Покажем, как мы хлопаем вот такой ритм. К примеру, мы вот здесь вот я хлопаю нижнюю строчку, а Ариша хлопает верхнюю строчку. Дайте все паузы, и мы будем считать. Раз и два. И давай по-русски будем считать, да? Хорошо? Да. Раз, и как будем хлопать тоже, да? Угу, давай, я начинаю, у меня длинная нотка, да? Раз, и два, и три, и теперь ты. Раз, и два, и три, и раз. А у тебя и раз, раз у меня раз, и два, и три, и теперь ты. Раз, и два, и три, и. Да, вот эти коротенькие восьмушки мы хлопаем по коленочкам, а четверти, да, вот крочеты, да, крочет. И минимум улица, да, хорошо.